Всем привет, друзья! Дошел я до своего садового пруда, немножко дошли руки, руки дошли еще, наверное, недельки две назад, и я вон там вот у меня вырезал, у меня вон так вот был посажен можжевельник. Сейчас могу даже подойти поближе, или можжевельник, или я не знаю, как называется, подскажите. В общем, кто помнит, у меня тут такие прям заросли были вот этого вот растения. Оно вот так вот в камешке облагорожено было. И второй. В общем, я его хорошенько подрезал. Убрал, так сказать, все лишнее. Там у меня, видите, он, как оно по-украински, глычик. В растворе. Сзади там шланги подходят. В общем, когда-то, когда это все функционировало, у меня в маленьком пруду, пока он не пробился, стоял насос, за ним фильтр, то есть вода шла с маленького, через фильтр вкопана труба и туда вот этот глычик, из глычика вытекала водичка и по фонтану назад возвращалась в меньший пруд. Не по фонтану, а вот по такому водопадику. Но сейчас это все не функционирует, потому что беда с маленьким водоемом, и сделать я его пока не буду. Здесь у меня, вам видно, не видно, живут черепашки. Когда-то отдельный ролик сниму про черепах. Обычные болотные черепахи живут уже не один год здесь и зимуют здесь. Все нехорошо, он вылазит на солнышко погреться, ультрафиолет получить. Ну вот так по нимфеям кинули уже листочки, так что я думаю, скоро должно пойти цветение. Еще не рассаживал в этом году, у меня их немного там заказанных, я когда рассаживаю, то есть приятно и с полезным. И делюсь нимфеями, образно говоря, и рассаживаю растение, чтобы ему было расти не тесно. Но этим я займусь еще через пару недель. То есть буду спускать водоем половину, пересадкой заниматься, чисткой и т.д. и т.п. Там, он, видите, тоже такой петушки попадали. Еще ничего не подгребал, не выгребал. Камыш тоже не вырезал, прошлогодний сухой, но он, видите, за зеленью прячется, пускай прячется. Тоже на следующий год это уже вот это все, и камыш надо будет опять доставать ящики и рассаживать. Ну вот так. Видно, вам уровень немножко воды упал с этого водоема. Сейчас берем воду, поливаем саженцы, в общем. Поэтому уровень чуть-чуть упал. То есть он не течет, он просто, с него набираем водичку. По рыбе когда-то видел, сейчас не видел, давно не бросал, сейчас думаю, кину немножко хлеба, и мы посмотрим. Если есть здесь рыба, то она обязательно должна всплыть. Был мор зимой, но не полностью, то есть рыба должна оставаться. Но ничего пока не происходит. Здесь есть и мотыль, поэтому не переживайте, рыбу эту кормлю, но и им здесь хватает еды, потому что есть мотыль. Так, где рыбки? Нажму, наверное, стоп, когда появится, покажу. Не дождался, ребят, я рыбы, кинул хлеб, так он и плавает. То ли не выплывает, то ли это. Ну, вроде бы рыба здесь есть. Может, в следующий раз покажу вам. Должна быть, не мог быть стопроцентный падеж мор зимой. Так что так, и только что добавил водички в пруд, заодно это идет некая подмена, то есть берем поливать саженцы отсюда воду, ну а свеженькой добавляем. Вот такая и происходит подмена воды.
это тоже как бы необходимо. Сейчас немножко вода прицветает, это потому что, ну, как солнышко, то есть вырабатывается, и нитчатка немножко появляется. Когда разрастутся нимфеи, вода не зеленая. То есть уже зеркало воды меньше становится, на воду меньше попадает солнце, и поэтому не зеленеет. Ну вот как-то так. Опять задают мне почти в каждом ролике про вот один и тот самый вопрос. Ребят, в диаметре, по-моему, 3,5 метра, в глубину на яме 1,70 м или 80 м. Ступеньками идет водоем. Ну вот так. Пленки сюда пошло. Это пленочный пруд. Пленки сюда прошло 36 квадратов. Я брал кусок 6 на 6 метров. То есть 36 квадратов пленки ПВХ. Я не помню, как называется. Ну, вроде бы все рассказал по глубине. Вот сработал переливчик. Видите, отсюда течет вода. Вот сюда в ручеек. И вот сюда, там, где черепахи. Заодно им будет произведена немножко небольшая подмена. Видите, они тут плавают. Вот такая вот черепашка. Нажал только что паузу, выпустила, ребят, голубей. Вот, голуби летают. Полетел ястреб, я так и не понял, забрал он кого-то или не забрал. Ну, шугнул. Наверное, и забрал. Летела самка крупная. Но не об этом сейчас. Вот тут такие у меня тут черепашки. Кстати, кто в курсе, как они размножаются? Кто в курсе, подскажите. Есть и большие, и поменьше. Вот это тоже надо все камни, кирпичи убрать, но сейчас не до этого. Вон крупненькая плавает, одноголовая птица. Не вижу я ястреба. Ну ладно, не дадут поснимать. Так, ладно, все, ребят, водоем показал, все у него нормально. Так что всем спасибо за внимание. Всем удачи. И всем пока.